убит. Так я расслышал. Ты должен убить Генриха. Он украл мои ласки, он украл мою любовь. Ожидать кого за углом и ударить кинжалом в спину. Как ты пошел к гриве, оскорби его, быстро, но пыли. Ты живет вот в этом доме. Рената, твои слова точно верь Thank you.
stanche polakait. Я исполнил твое желание, завтра град Генрих будет мной любить на тайнике. Его нельзя убить, его нельзя, нельзя убить. Он слепый, он такой, я пред ними виновата. И он передо мной. Его нельзя убить, его нельзя, нельзя убить. Если ты коснешься хоть пола, если ты уронишь хоть каплю его крови, ты не жалеешь больше обо мне, больше никогда, больше ничего. Сообразила этого раньше. Или ты забыла, как он оскорблял тебя? Я моя душа,
постараньем. Наш друг игрался так храбро, но этот чокол слишком ловок. Останьте с ним, я поспешу за лекарем. Woo!
браво, почтенный лекарь. Мы оставили его там, где он упал. Спасите его, это в ваших силах. Мой юный друг, мы не в десятом веке, в шестнадцатом столетии. Нет невозможного для медицины. Ha ha ha!
ты, может быть, хочешь, чтоб вы стали пить без закуски? Если ты сейчас же не достанешь мне пиру баранины, я съем тебя сам! Которому ничто не мило. Всякий человек, если верить Моисею, только изображение Божье. И хотел бы я узнать, что вообще известно вам, кроме о них изображений. Отвалимся! А мне надоело твое кривляющееся лицо. Наскучить повторять старые шутки, и вечно корчишь ты эти дурацкие гримасы. Добрый господин, не знает об огурках, у него мелькое сам миллион, но завтра же здравствуй.
прощаю. Вон там в ящике для мусора сидит твой младенец. Доктор, смотрите, что за вытянутая рожа. В себя прийти не может, что потерял свою девчонку. А девчонка клад, трава клад. Окажемте ему услугу, доктор. Да, кстати, сами развлечемся. Любезный господин, мы путешественники и приехали сюда в первый раз. Вот это мой друг, доктор философии и медицины Йоганн Фауст, имя которое вымыть может, слышали? Ай-я! Изнанку вещей по прозванию Мефистофелес. Так и прошу меня жаловать. Простите, любезные господа, но я удивлен, что вы обращаетесь ко мне. Мы вовсе не хотели вас обидеть. Мы побывали в Египте, Палестине. Эту страну я не очень люблю. И мы, свернув Константинополь, Московию и Вену, по дороге убедились, что вино повсюду пьяно, и что повсюду мужчина бегает за женщиной. Теперь мы осматриваем город, Калибрава чрезвычайно будем рады, если вы согласились показать нам его красоты. По всему судя, вы не очень радостны. Ну а мы зато веселые ребята, живем минутой, не думая о следующей. О, да, моя душа, как разрушенная юга. Ведь, может, мы поможем вам ее настроить. Как знать?
Поедемте с нами. Узнаете многое. Будет кривляться платье. Ваше дело мне приказывать, мое вам повиноваться, пока не наступит какой-нибудь случайный перемен. И так решено, мы ждем вас завтра утром в гостинице трех королей. Пусть этот фокусник да поцелует крест. Когда он явился в первый раз, в солнечном луче, в белоснежной одежде, лицо его сияло. Глаза голубые, как небо. Волосы, словно из тонкого золота. Огненный ангел. И назвал он себя Мати. Я нисколько не испугалась, и мы в тот самый день играли с ним в куклы. И он стал приходить ко мне очень часто. Почти каждый день. Всегда был веселый, добрый. Я полюбила его. Вечером ложился Матьель со мной в постель и прижимался, как кошка, до самого утра. В такие ночи он уносил меня на крыльях далеко, показывал иные города, славные соборы, лучезарные селения. Когда мне минуло 16 лет, я стала молить его, чтобы он сочетался со мной и телесно. Он сам говорил мне, что выше всего любовь. Мадиэль опечалился. Лицо его стало пепельно-огненным. Он приказал мне замолчать. Но я обняла его. Я обняла его. Я
нет. Сестру Ренату видел ты демонов? Я всегда от них отворачивалась. Oh,
Покинуть тела сестер своих, но
но мы узнали, что ты грехов нам пакте сделала. Дай за грехи твоем богатство. Thank you.